Задача каждого региона – как можно ярче рассказать о себе и о достижениях республики. Свою продукцию на международной выставке форуме «Россия» представит и бренд «Хицунов». Это одна из лидирующих компаний на Северном Кавказе. Подробности у Альбины Ламковой. На выставку в Москву мы повезем свою продукцию, колбасные изделия, мясные деликатесы, а также наши новинки, консервные изделия и сырокопченые колбасы. Нас пригласили по инициативе Министерства сельского хозяйства. Для нас это на самом деле большая честь, очень приятно представлять республику. Надеюсь, что все пройдет замечательно. Компания развивается на федеральном уровне. Представлена во многих регионах страны. Активная работа проводится в Москве и Центральной России. Планируют заходить в страны СНГ, Казахстан и Беларусь. Работают в компании «Хицунов» больше 100 человек. На самом производстве задействовано около 50. На всех циклах используют оборудование высокого качества. Отборные свежие ингредиенты служат залогом успеха «Хицуновых». Выпускают 40 видов продуктов по стандарту «Халяль» из мяса, птиц, говядины и баранины, в том числе колбасы, полуфабрикаты и деликатесы. Продукция уже завоевала заслуженную репутацию у покупателей. В 2025 году компания намерена утроить мощность производства и расширить ее ассортимент, говорит Алена Хицунова. В планах разводить собственных животных и птицу. Реализация идеи благоприятно скажется в развитии сельского хозяйства и создании новых рабочих мест. В компании работают очень много наших родственников, и, естественно, мы к этому делу относимся очень глубоко. Это не просто бизнес, это действительно дело всей жизни нашей семьи. Мы кушаем сами эту продукцию, мы кормим наших детей, вкладываем туда сердце, душу, всю любовь, как говорится, и стараемся развивать это направление и доказывать людям, что колбаса – это не просто бутерброд, а колбаса – это в том числе и высокая кухня, и это шикарные деликатесы, и это вкусный завтрак, это прекрасные моменты с семьей. Уже скоро каждый гость выставки в Москве на ВДНХ сможет оценить вкус и аромат представленной колбасной и деликатесной продукции. Еще много интересного можно будет увидеть на ней от наших местных производителей, а также посмотреть экспозиции, посвященные экономическому потенциалу, природе и культуре региона. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.